проведена большая серьезная работа по модернизации склада. Сейчас мы имеем полностью соответствующий требованиям объект, который позволяет оформлять подкарантинную продукцию, продукцию животного происхождения. Это и для Московской области важно, потому что грузопотоки увеличиваются, особенно экспортные. И будем надеяться, что все это пойдет на пользу, и мы получим приход грузов, необходимых для нашего региона. Проделана большая работа, и склад полностью готов как к экспортным, так и к импортным операциям, не только для сети «Твой дом» и «Вегасов». Его проходимость позволяет обслуживать и другие объекты торговые. И, в принципе, все это приводит к оптимизации накладных расходов для всех сетей, в том числе и для наших. Поэтому планы на будущее, что мы будем улучшать его работу. Естественно, здесь есть и программное обеспечение, которое нуждается в постоянном поддержании, модернизации. И в дальнейшем склад будет работать еще лучше. Это не просто склад, это склад, хранение с подкомплектовкой для нужд торговых сетей, для посторонних арендаторов и так далее. Поэтому это такой, я бы сказал, мощный комплекс, которым бы могла гордиться любая территория нашей страны.